20 июля 1506 года богатый купец Риньери де Бернардо Дей, недавно наблюдавший за завершением строительства роскошного семейного дворца, ныне Палаццо Гуадани, на площади Санто Спирито, завещал наследникам снабдить всем необходимым свою капеллу в церкви Санто Спирито и позаботиться о витраже и алтарной картине. После смерти Риньери 30 сентября, вероятно, именно его единственный сын Пьеро и заказал картину Рафаэлю. Действительно, справа от Богоматери, то есть на самом главном месте, стоят святой Бернар, которому посвящена капелла, но который был еще и дедом Пьеро, и апостол Петр, чье имя носил заказчик. Однако в 1508 году Рафаэль уехал в Рим, и работа осталась незавершенной. После смерти Санцио Балдассаре Турини, начальник папской канцелярии и душеприказчик художника, распорядился поместить картину в свою капеллу в соборе города Пешия, построенную в 1540 году. Оттуда в 1697 году Фердинандо де Медичи привез ее во дворец Пити. Фердинандо де Медичи любил собирать алтарные картины в своих апартаментах дворца Пити. Мадонна с балдахином, дополненная сверху доской высотой 32 см, размещена в Камера де Чимбали, музыкальном салоне.